Одна из старейших школ республики, Мирпосадская гимназия номер 1, отметила 200-летний юбилей. С праздником педагогов и учеников поздравил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Робота-пятиминутку третьеклассник Ваня Андреев собрал всего за одно занятие. Андроид умеет ездить в разные стороны, передвигаться и поднимать предметы. Поскольку мне еще нельзя такими тяжелыми платами заниматься, я занимаюсь тут с безопасными платами. Ну, я бы хотел сделать космолет, лед, который ездит. Он не летает, но будет очень сильно похож. Кружок робототехники, шахмат, студия видеомонтажа и класс хореографии. Ребенок в школе развивается всесторонне. Гимназия – пилотная площадка для реализации российских и республиканских проектов. Наша школа шагает в ногу с современностью. Мы применяем на уроках разные методики, технологии. Мы стараемся. Новые технологии в новых кабинетах. В гимназии сделали ремонт, построили еще один учебный корпус. Ребята учатся в просторных классах, где есть все необходимое оборудование. В этом убедился глава республики. Здравствуйте, гимназисты номер 1. Здравствуйте! Поздравляю вас с днем рождения гимназии. За два века из стен школы вышло немало выдающихся выпускников. Среди них композитор и пианист Андрей Эшпай. Глава Чувашии подчеркнул, гимназия закладывает крепкий фундамент для дальнейшего развития личности. С учетом полученных знаний в этой общеобразовательной школе, с учетом достойного воспитания, выпускники с честью и достоинством выполняют свои прямые обязанности. В свой юбилей гимназия получила почетную грамоту за вклад в развитие образования. А педагоги – почетные звания и благодарности. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.